первую очередь, здравствуйте. Да, добрый день. Давайте немножко поговорим, собственно, ваши интересные впечатления узнать от прошедшей пленарной сессии, да, какие моменты вы для себя выделили ключевыми из тех, которые обозначали и ваши партнеры, и правительство Сахалинской области, и представители других компаний. Ну, в первую очередь хочется поблагодарить организаторов за организацию форума. Мне кажется, это одно из правильных мероприятий, важных на Дальнем Востоке, в частности, и в том числе и в масштабах страны. Поэтому действительно сегодня неоднократно спикеры говорили, что это дальневосточный нефтегазовый форум. И действительно, Сахалинская область является точкой притяжения именно сегодня, завтра, послезавтра, все, что связано с этой прекрасной отраслью. Я бы даже сказал, что, наверное, уже прям действительно международный, потому что здесь очень много абсолютно лиц. Абсолютно верно, да. Есть и представители, я смотрю, из Китая, и с Индии, кто приехал, да. Вот. Но он всегда, в принципе, был международного формата, когда начинался еще в то время. Если говорить про выводы и про наполнение, ну, очень хочется поблагодарить модератора, во-первых, сессии, потому что довольно колко и правильно выстраивал диалог, задавал правильные вопросы. Сергей Борисович умеет. Да, абсолютно верно. Вот. Ну и, конечно, спикеры не стеснялись, открыто говорили о тех правильных вещах, которые сегодня многих волнуют. Это и касаемо импортозамещения, это и перспективы развития этой отрасли. Вот. Поэтому еще в очередной раз, выслушав уважаемых спикеров, я действительно понимаю, что все у нас движется правильно, движется в нужном направлении, что ориентир задан верно. И, конечно же, есть трудности и проблемы, с которыми сталкиваемся. Эти новые, там, скажем так, дорожки только натоптали, они быстро зарастают, новые тропы, да, все, что связано с поставкой оборудования. С оплатами, да? Вот да, да, абсолютно верно. Но ту динамику, которую продемонстрировали коллеги в своих презентациях, как происходит плавно разворот на восток, на Азию, да, с учетом замещения объемов со стороны, там, где был основной рынок, у нас это Европа, мы видим, что намеченные планы в масштабах страны, все происходит и двигается правильно и верно. Поэтому у меня еще раз подтвердился в своих мыслях, в своих убеждениях о том, что отрасль развивается, развивается активно, есть хорошие перспективы. Ну и поэтому, мне кажется, Сахалинская область и непосредственно здесь проекты будут дальше являться важными и знаковыми в масштабах страны. Ну что ж, как отметил Валерий Игоревич, «Газпром» в этом деле далеко не последний участник, да, в принципе, основной финансовый игрок в этой отрасли. Вот скажите, пожалуйста, подписанное соглашение, на что оно распространяется? Давайте о нем поговорим поподробнее, что, какие перспективы открывает. Хорошо. Действительно, я очень рад сегодня принять участие в подписании такого, в участии знакового события. Сегодня было подписание соглашения о сотрудничестве между администрацией города Южно-Сахалинск и банком. Соглашение это является таким неким шагом к сотрудничеству и движением к нашей общей цели. А общая цель – это, конечно же, развитие и процветание как региона, так и самого муниципального образования, самого города. И хочется отметить, что Сахалинская область в целом, что Южно-Сахалинск в частности является сегодня действительно точкой роста и развития Дальнего Востока. И мы как банк, как Газпромбанк видим, что территория сегодня действительно заслуживает, ну, есть большой серьезный потенциал. И вот наша задача, в том числе и нас как партнера, принять активное участие в раскрытии этого потенциала. Поэтому в соглашении сегодня, которое мы подписали, конечно, есть ряд функциональных задач, которые мы для себя ставим. Это, конечно же, и поддержание, и финансирование разных инновационных проектов. Это, конечно же, и развитие среднего бизнеса, малого и среднего бизнеса в регионе. Это, конечно же, предоставление полного спектра финансовых услуг как населению, так и значимым проектам,
проектом в городе. Да? Поэтому, консалтинг для всех. Да? Да, 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 абсолютно верно. Поэтому хочется еще, наверное, поблагодарить и администрацию города Южно-Сахалинска за доверие и за то сотрудничество. И хочется сказать с полной уверенностью, что те поставленные задачи, цели, которые мы запланировали, они реализуются, и мы движемся вместе с ними в одном направлении. Ну что ж, отлично, будем ждать каких-то интересных новых совместных проектов, да, воплощенных уже в жизнь, привлечения новых инвестиций в том числе, и вообще желаем удачного форума. Спасибо, спасибо большое.